Кисти рук, шея и мышцы ног. Мастер рассказывает, как максимально правильно провести тренировку даже в домашних условиях, но при этом не навредив себе. Николай Алексеев – тренер по фитнес-боксу, новому направлению в спорте. Движения несложные, нагрузка внушительная. Наибольшего эффекта можно добиться при парном занятии. Элементы разминки взяты из такого вида спорта, как бокс, но они так смоделированы, что отсутствует контакт, то есть нет единоборства, нет ударов. Я хочу предложить вам сделать небольшую мини-тренировочку для того, чтобы вы ознакомились, получили представление об этом новом виде физического развития. Подобные мастер-классы на территории округа проводят часто. Найти интересующую информацию и узнать расписание ближайших встреч можно на сайте администрации городского округа.